Всем привет, всем здравствуйте. Хочу вам рассказать о скидках новых. На 25% у Brahmin появились новые сумочки. Так, не помню, ведерко было, эти были. Вот в гладкой коже сумочки Duxbury. 236,25. Кошелечек есть к ней. 116,25. Это Эдди кошелек. Вот это крупная сумочка. Карла. Так, цена ее 288,75. И что-то еще. А, вот. Вот эти сумочки тоже появились на скидках. Уже, наверное, посмотрим. Это Амелия ведерко 266,25. Это Миша, похоже. $288,75. Ну, как бы не очень много, 25%, но тем не менее. Этот желтенький цыпленочек $93,75. Картхолдер $41,25. Вот эта красотка $168,75. Это кроссбоди $146,25. Так, и здесь Эшер, маленькая Duxbury. Duxbury $206,25. Ой, что у меня упала малышка. Малышка хочет уже бежать отсюда. $93,75. И Эшер 213,75. И Патриша Нэш есть со скидкой 65%. Так, и произошло изменение цен на витрине в 25%. Теперь Патриша Нэш со скидкой в 40%. И кое-что, то, что было в 40%, стало на скидках 60%. 65%. 89,40 эта сумочка. О, красавица. $101,40 это. Так, здесь очечники по $35,40. Вот такой кошелечек, который двойной здесь вынимается. $71,40 такая сумочка. 59,15. Это что ли со скидкой 65% должно быть? Она тут зря стоит. Так, вот в таком цвете две сумочки по $101,40. Такая кроссбоди $101,40 тоже. 89,40. Так, вот это 80,15. И это $137,40. Так, вот это значит со скидкой, что ли, 40% или 25%, не могу понять. 40, а вот это 65. 80-15, хорошая цена. Так, ну и там дальше плетеные шарфики вот в таких цветах. По 22,80. И пойду посмотрю, что там на 65%. Итак, добралась до витрины 65%. Это я вам показывала. Винс кому-то. Ребята, сейчас будет коуч на скидках 65. Винс кому-то 79,80. Ой, здесь такая приятная замша. А с этой стороны она кожаная. Эта сумочка не кожаная оказалась. Так, ты у нас кто? Тоже Винс кому-то кожаная. 69,30. Это значит, должна быть столько же. Не вижу ценник, а вот здесь он. И вот эти малышки, черненькая с белой ручкой, и вот такая коричневая с бордовой по 58,80. Так, и эти тоже так же на замочках. Винс кому-то вот такие. Сейчас примерю какую-нибудь одну. Ой, извиняюсь, ремешок дернула.
69,30. Вот получается серая. Они с этой стороны серая, замшевая. Бордовая со всех сторон мягенькая, зернистая. И черная тоже со всех сторон мягенькая, зернистая. Так, Винс кому-то. Ну, какая гладкая кожа, как у хоба. Или мешки такие. Так, 69,30. И это тоже будет 69. Нет, это 79,80. Так, сейчас потрешу с той стороны, покажу. Вот такие они, крупненькие. И вот здесь кармашек. Так, с этой стороны. А это тоже, наверное, все Винс кому-то. Да? Давайте посмотрим приятненькие. 58,80. Вот такая. Вот такая приятная кожа. Потом какие-то вот такие. В кроссбоди. Кошельки с держателями для телефона малышечки. Вот сереньких две и желтенькая. 34,30. А стоили 68, что ли? Так, Patrice Enes. Вот таких две штучки 59,15. Так, ну внутри я надеюсь, что все знают их. Я их показывала неоднократно. Вот такая итальянская карта. 69,65. Их две. По такой же цене, но в других расцветках. Одна вот такая и две вот таких. Все по 69,65. И рюкзачок вчерашний забрали. А вот эти вот баллоневые сумочки от Patrice Enes. Вот эта небольшая кроссбоди 45,15. И вот таких две одинаковых. То есть они как вот эти, но крупные баллоневые. 52,15. Ну что, пойдемте к коучу. А нет, давайте вот тут еще посмотрим. Сумочка Хоба. С замочком с этой стороны. Вот такая кожа. Примеряла я ее уже как-то. Подкладка вот такая вот. Цветом необычным. 114,80. А стоило 325. Ух ты. Ух ты. Но здесь только магнит. Вот. И здесь накладные кармашки. И кармашек под замком. Вот такой вот. В ладошку. Все, других нет карманов. И небольшая добавка. Я купила вот такой саквояж в TJ Maxx за 89,99. И вот такая сумка 99,99. Она покрупнее, чем вот те, которые внутри у нее также, но она вот сама по себе покрупнее. Она стоила сколько-то? 269. Вот сколько там скидка, я не высчитывала, но вот такие две сумочки у меня в наличии еще есть. Так, и самое главное, коуч 65%. Так, уже новые ценнички прям посмотрим. Но это надо брать. Это малышка 157,50. Касси маленькую. Я знаю, многие хотят, но стоит 103,25. Не знаю, в таком цвете нужно, нет. 208,25. А вот эта красавица за 65% скидки. Девочки, кто ее хочет? Так. Вот такая сумочка 103,25. Тоби тоже же кто-то хочет 138,25, а это 200, а тоже 138,25, это там старый ценник, пыталась прочитать. Так, ну и эти две по 130, ой, это 157,50, а это 138,25. Так, и в таком цвете. Я эти сумочки показывала 103,25. И к себе прикладывала. Кто-то их хотел. 103,25. То есть получается вот такая полностью рыжая. Рыжая с желтым. Серая с бежевым.
так лучше сказать, наверное, светло-бежевый и темно-бежевый. И черные. Они на замке внутри. Вот замок видно. Других карманов у них нет снаружи, а здесь кармашек накладной, вот он под кнопочкой. И, по-моему, все. Да. Сейчас покажу, как смотрится на человеке. Вот так. $157.50. Какая прелесть. Чуть она поменьше кассе. Чуть-чуть. Прям хоть отложить ее, что ли. Так. Это баллоневая. $68.25. И 40% заканчивает наш обзор. Хьютоны. $237. Это $297, потому что питоном отделка. И здесь тоже питончик. Это $237. Карт-холдер. $30 всего. Ой, мне, наверное, такой нужен в кассе в моем. Да, надо его взять. Питаем. Слышите? Кому-то звонит и говорят, питон. $90. Так, сейчас тут все разберут. 135, пока мы ролик ведут. Девчонки уже вон. Азиатки все разберут. Так, вот такая кожаная. 165. Это тканевая. $237. Так, это стоило $275, $165. $150. И девочки, Мэй. $237. Вот это стоило $395. И вот в таких цветах Мэй тоже все по $237. Вот три штучки их. Вот там бежево-коричнево-светлая. Вот такая бордово-розово-коричневая. И вот такая $210 с тканью комбинированная. Так, ребята, ну и зеленой сумочки такой нет уже, мы ее девочки отложили. Я тут кое-что отложила еще, но это вам специально, чтобы вы подождали. Вот эту сумочку, не знаю, откладывать или нет, но прошу реагировать быстро. То есть ролик выйдет, и потом быстренько девчонки будут писать мне в WhatsApp, какую сумочку кто хочет. Все, всем всего доброго, пока-пока.